Новенькие автомобили «Лада Гранта» работники из районов получили за высокие показатели. Например, самый большой урожай зерна или сена, или наибольшее количество выращенной рыбы. Вручил ключи от машин глава Хакасии Валентин Коновалов. Благодаря всем вам в будущем году жители республики будут обеспечены в достаточном количестве хлебом, мясом, овощами и другой сельхозпродукцией. Огромное вам за это спасибо. Премии тоже были от 5 до 100 тысяч, а еще почетные грамоты, благодарственные письма и звания заслуженного работника. На них равняется, и с них берут привет. Всего наградили около 300 человек и показали им концерт.